Не одно десятилетие она помогала незрячим людям поверить в себя, научиться жить полной жизнью. С Еленой Моревой познакомилась наша съемочная группа. Диагноз катаракта Елене Александровне поставили еще в детстве. Трижды делали операцию, но зрение восстановить не удалось. Она инвалид первой группы, как никто другой понимает, как трудно приходится незрячим людям. В 1982 году она вступила в общество слепых, а в 92-м возглавила отделение и с тех пор активно помогает инвалидам по зрению. Стараемся их трудоустроить. Центр обслуживания. Мы с ними работаем тесно. Если, ну, так трудоустроить инвалидов у нас по зрению, конечно, мало, потому что они, большинство, не трудоспособные. Или они пожилые, или молодые, так зрение плохое совсем. Но есть такие, которые могут, которые должны работать, могут работать, мы стараемся трудоустроить. Трудоустройством дело не ограничивается. Незрячие и слабовидящие люди активно участвуют в различных конкурсах, соревнованиях, бывают на творческих встречах. В обществе 168 человек, и у каждого своя судьба. О, она молодец, она очень-очень старается за свою работу, звонит, общается, ключ находит. Мы общество, это наш, для нас второй дом. Мы там собираемся, обсуждаем, готовимся к выступлениям. За свою работу Елена Александровна получила множество наград. Сейчас к ним добавилась еще одна. За заслуги перед Всероссийским обществом слепых первой степени. Но награды не главное, говорит Елена Александровна. И это мне дает вдохновение, радость, счастье. Ну, просто общаешься с людьми, просто получаешь заряд энергии. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков.